шахматной школе номер 4 станицы Северской открылась выставка необычных шахмат. Ребята здесь привыкли играть стандартными турнирными. И многие даже не знали, что существует такое разнообразие шахматных комплектов. На выставке представлены от обычных походных до самых невообразимых из дерева, пластика и даже металла с позолотой. Среди экспонатов и старинные часы. Это очень интересно, это красиво. У каждых шахмат, у каждой доски есть своя история, свои владельцы. И мы, скажем так, кинули клич среди наших родителей, тренеров, у кого есть необычные шахматы. И набралось диковинных комплектов совсем немало. Самой Екатерине Терентьевой принадлежат вот эти, морские. Сразу три комплекта принес юный игрок Георгий Азизбекян. Эти шахматы принадлежат моему дедушке. Он любит коллекционировать шахматы, он также шахматист, как и я. Этот прозаичный, грубо обтесанный комплект называется «Заключенные и надзиратели». Необычно, правда? Самому Георгию больше нравятся вот эти маленькие и утонченные фигуры. Повторяют героев греческого мифа о Минотавре – пешки в виде бычьей головы. Мальчик не предполагал, но обещал обязательно прочитать миф на досуге. Любители фэнтези, в частности бессмертного произведения Джона Рональда Руила Толкина, удивил комплект «Властелин колец». Эльфы, волшебники, хоббиты и орки словно по-настоящему вступают в битву на шахматной доске. До того реалистичные фигуры. Папа у меня коллекционер, и когда он увидел, что вышла линейка фигур в виде «Властелина колец», он решил ее для меня собрать. То есть каждая фигурка выходила один раз в месяц с журналом. И вот таким образом мы собрали практически всю коллекцию, но, к сожалению, в какой-то момент она прекратила свой выход, и последние 4 фигурки мы так и не получили. Вот. Но мы сейчас занимаемся тем, чтобы найти через коллекционеров какие-то частные коллекции, может быть, у кого-то осталось, может быть, все-таки выпустили эту серию чуть позже. Мы занимаемся тем, чтобы оставшиеся фигурки тоже найти и собрать полностью всю коллекцию этих фигур. Еще в подарок от папы за выполнение первого разряда в турнире Яна Беляева получила когда-то вот эти дорогие сердцу шахматы с настоящей позолотой. Тренер-преподаватель школы Александр Казачков принес на выставку свои рыцарские шахматы. Кстати, Александр Васильевич – афганец, снайпер, пограничник. Теперь наслаждается жизнью и с удовольствием учит детвору древнейшей игре на планете. Шахматы получил в подарок чуть больше месяца назад от бывшего командира, с которым вместе воевали в Афганистане. Это он, человек на фото в орденах и медалях. Говорит, он тоже играет в шахматы, но, говорит, тебе нужнее, поскольку ты тренером работаешь. Для тебя более важно, я тебе хочу подарить. Ну и, конечно же, мы поинтересовались у ребят, какие шахматы им понравились больше. Удивительно, что из всего разнообразия наибольшую симпатию завоевали, казалось бы, почти обычные, непритязательные. Понравились эти шахматы, потому что они легкие и красивые. Мне понравились прозрачные. Мне тоже. Наверное, неудивительно. Они как будто воплощают торжество чистого разума. Мир, в котором живут шахматисты.